Более 1 200 000 казахстанцев в годы войны было мобилизовано на фронт. На полях сражения остался каждый второй. Солдаты из Казахстана прославились своим бесстрашием. За ратные подвиги более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза. 22 из них – наши земляки. За мужество и самоотверженность более 20 000 казлардинцев были награждены боевыми орденами и медалями. 21 наш земляк удостоен звания Героя Советского Союза. Ануар Абуталипов, Петр Артемов, Макаш Балмагамбетов, Иван Журба, Наги Ильясов, Жалиль Кизатов, Георгий Ковтунов, Таймбет Кумекпаев, Семен Ларионов, Шахбек Махамбетов, Иван Махорин, Александр Мин, Яков Михайлюк, Жаппасбай Нурсеитов, Ерденбек Ниеткалиев, Иван Подольцев, Александр Романов, Николай Самароков, Владимир Счастнов, Урмаш Токтыбаев, Геннадий Шляпин. В этом ряду также имя Какима Абдыкадырова. Он был награжден орденом славы всех трех степеней, что равнозначно званию героя. Они проявили невероятные чудеса героизма. Вот только несколько примеров. Жалиль Кизатов 28 сентября 43 года одним из первых переправился через Днепр и до 3 октября под вражеским обстрелом корректировал артиллерийский огонь. Владимир Счастнов в октябре 1944 года, истекая кровью, выполнил задание, проделал проходы на минных полях. Звание героя ему было присвоено посмертно. Вечная слава героям! Лимар Эргебаева, Турихан Кужахметов, телеканал «Кызылорда».